Югорчане завоевали медали чемпионата мира по ушу. В Китае прошли мировые соревнования, на которые приехало более 5000 спортсменов из 48 стран. Программа турнира включала в себя одиночные, парные и групповые выступления как с различными видами традиционного китайского оружия, так и без него. В составе сборной России выступали четверо югорчан. По итогам первых соревновательных дней Радик Зарипов в дисциплине Багуадао завоевал золотую, а Валентина Табун – серебряную медали.